Здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует Масалом Бастион. Сегодня хотим сделать небольшой обзор на один из самых популярных квадроциклов у нас за 2019 год, за 2020 уже тоже. Давайте поближе сейчас расскажем. Модель Hunter 8 New называется, обновленный. Сейчас визуально покажем его. Почему именно люди предпочитают эту модель? Квадрик подростковый идет, но можно взрослому покататься. 125 кубов у него идет, но здесь интересная особенность. По маркировке двигателя, вот здесь вам видно хорошо, 49 кубов идет. Двигатель 139 FMA маркировкой. То есть не подлежит регистрации и постановке на учет. Так, технически сделан из крепкого металла. То есть все крепления вот эти шприцуются. То есть сидят через сайлентблоки. Шаровые тоже шприцуются. Рулевые тяги, все достаточно крепко сделано, надежно. Бампер такой вот с хорошей защитой сделан. Так, давайте заднюю часть покажем. Маятник стоит, мощное квадратное профилирование идет, плюс усиленная защита стоит, самая мощная, то есть по низу маятника идет, по всей длине у него хорошо защищает, если где-то наедется, тут ничего страшного. Сзади гидравлика, тормоза стоят, защищены снизу, то есть пластиком прочным достаточно. Сама ось, кстати, тоже шприцуется, сейчас покажем вам. Вот, и шприцовочку все сделано. То есть обслуживание очень простое. Наверное, такой фишкой интересной будет, это крепление мотора. Крепление мотора, мотор подвешенный идет. Вот крепится, и здесь, вот видите, отдельно под него сделана такая посадочная площадка, скажем так. Через сайлентблоки тоже хорошо вибрацию гасит. То есть очень приятно, комфортно ездить. Управление удобное, то есть передний и задний ход, автомат тут стоит, центробежное сцепление. Три системы безопасности, ограничение скорости механическое есть. ЧК безопасности у него идет, при выдергивании квадроцикл глохнет. И брелок дистанционного контроля, то есть можно завести, заглушить дистанционно. Сейчас мы вам покажем это все. То есть заводится дистанционно, значок, такая молния. Нажимаем, вот квадроцикл завелся у нас, покажи спереди. То есть дневные ходовые у него, как ангельские глазки такие. То есть сразу включается и свет ближний, дальний. Оптика линзованная стоит. Ну, достаточно агрессивно смотрится. Сейчас спидометр покажем. Спидометр электронный. То есть скорость, общий пробег, нейтралка, передний и задний ход покажет. И количество оборотов. Давайте прокатимся, покажем. У меня высокий рост, может, квадроцикл мне, конечно, маловатым кажется, но он достаточно габаритный. То есть отдельно бы хотел упомянуть карбюратор, стоит с увеличенным диффузором 22М, то есть японского типа. То есть благодаря этому, в принципе, взрослых вообще легко возят. А так, если хотите посмотреть вживую, приезжайте. Всем пока!